Всем привет! Это обзор куртки 3 в 1 CD бренда Рейма. Представлена в нашем ассортименте в нескольких расцветках. Классическая куртка, все швы внешней куртки водонепроницаемы, а материал обладает высокой грязево-водоотталкивающей способностью. Внутри модели стеганая внутренняя куртка-подкладка. Ее можно подкладывать в основную куртку, чтобы утеплить. Также ее удобно вынимать с помощью кнопок и молний. Эту куртку-подкладку можно носить и как самостоятельную вещь. Капюшон отстегивается с помощью кнопок. Окантовка капюшона на резинке. Сверху светоотражающий элемент. Внутри подкладка из гладкого полиэстера. Застегивается на молнию, есть внутренняя планка, а также защита от защемления подбородка. Внутри мы видим куртку-подкладку. Она отстегивается с помощью молнии по бокам, а также крепится на кнопки в рукавах, на воротнике, на молнию с другой стороны и на кнопку в другом рукаве. Ее мы пока что уберем. В основной куртке внутри есть петелька, место для информации о ребенке, подкладка из гладкого полиэстера. Есть регулировка резинки по подолу. На левом рукаве эмблема бренда. На манжетах светоотражающие элементы. Манжеты эластичные и трикотажные. Спереди два кармана на кнопках. На левом боку логотип бренда. Спинка удлинена. И на спине внизу еще один светоотражающий элемент. Куртка-подкладка мягкая, выполнена из полиэстера. На левом рукаве светоотражающий логотип бренда. Застегивается на молнию. Внутри также есть петелька. Внутри подкладка из гладкого полиэстера. Манжеты рукавов прямые, без резинки. По бокам есть два кармашка. Спинка слегка удлинена. Так куртка-подкладка выглядит сзади. Практичная и очень удобная модель для демисезонной погоды. Отлично подойдет для прогулок при температуре от минус 5 градусов и выше. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте dinamama.ru.